Танковая атака на Монтиньяк захлебнулась. Проклятие! Сколько танков осталось в зоне противника? Крофтон! Наши потери стали еще больше! Вам не меньше известно, что их ждали. Советы были полностью готовы. Мины, танки, гранатометы. Кто-то сливает русским всю информацию, как это было, когда мы охотились на одного офицера из СССР. А вот если бы у них вертолеты еще в воздух поднялись. Ожидаемая атака теперь с их стороны. Нам нужен Бишоп Мейси, но... Он на Нагове, и неизвестно, в плену он или убит. Мало шансов, что он жив. На Нагове остался Эбрансон Смит, капитан спецподразделения. Недавно выходил снова на связь. Он может узнать что-нибудь про нашего танкиста, а по возможности и спасти его.